Какая это река, Гуга? Как в ней можно мыться? Она же холодная. Как эта река называется? Мойка. Ну как в ней можно мыться? Она же холодная. Холодная? Да. Сейчас. Она и грязная, наверное, к тому же туда. Привет, с вами Google Play. Сегодня будем покупать спиннер, но не этот старый. А новый. Скажи, что это за памятник, Куга? Вот, его имя на какое слово начинается? На букву Н. Николай Васильевич. Нет, Куга. Николай Первый, Куга. Кто он был? Президентом. Правильно, царем. А вот это что за здание, Гуга? Это Великая Редуба. Кто это? Это Великое здание. Это Исаакиевский собор, Гуга. Да. Не ходи по дороге. Почти упал. А это что за речка, Гуга? Это Мойка. Мойка, правильно. Мойка, все это знают. Мы купали. Гуга, это что за река? Смотри, не свались в Неву, Гуга. Она большая, глубокая. Она не глубокая. Протопила же. Она очень мелкая, ее затопила. Теперь она очень мелкая. Затопила же все. Это река. Я хочу потрогать ее. Она не такая же. Она промывает всю грязь. Ну, помой руки в Неве, Куга. Она промывает всю грязь.